В столице открыли новый республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Учреждение призвано помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сюжет Юлии Великодной. В новом реабилитационном центре, который располагается на 202-м микрорайоне, помогают детям и их родителям с помощью арт-терапии. Из 14 различных направлений Арина выбрала БОС-терапию – метод биологической обратной связи. По ее словам, заниматься очень легко. Больше всего ей нравится рисовать и подвижные игры. И потом что? Интерактивные медиаигры помогают снять двигательное напряжение и развивают правильное дыхание. Особенно полезно занятие гиперактивным детям. Возраст не имеет значения. Это скорее больше психогимнастика. То есть мы специально подбираем сюжеты, не все подряд игры. И также мы комбинируем занятия. То есть обычно у нас все занятие одно и то же не действует. Ребенок у нас поиграл, потом порелаксировался, эмоционально стабилизировался. Ну и также исходя из проблем ребенка. Приходить в центр могут семьи, состоящие на учете. Родителям необходимо лишь предоставить документы, после чего в любое удобное время ребенок может посещать занятия бесплатно. У нас есть вот регистратура, где может подойти ребенок с родителем или один, ну, взрослый ребенок может сам подойти и выбрать оттуда, которое ему нравится направление, и может посетить по графику все наши направления, и потом уже отзываться, где ему лучше, и найти свое вот именно увлечение. Здесь организован досуг детям, которым это особенно необходимо. Ребенок может выбрать направление самостоятельно. Каждое занятие всегда проходит с психологической помощью. Юлия Великодная, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.